На торжественной линейке в этом формате традиционно много людей. Большая студенческая семья технического университета пополнилась в этом году первокурсниками. Амбициозные, творчески целеустремленные ребята. Они готовы к новым открытиям и с нетерпением ждут момента начала занятий. В этом году университет пополнился 1324 студентами. Большинство из них присутствует здесь, тех, кто дневной формы обучения. Безусловно, в первую очередь для них это волнительный момент, потому что на земле, священной земле Брестской крепости, они через несколько минут получат свои студенческие билеты и примкнут к нашей многотысячной армии. Ну и будут стремиться к успехам, подвигам, достижениям с нашей помощью. Поздравить ребят с этим важным и ответственным шагом пришел председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Он отметил, что большое количество объектов, возведенных к тысячелетию, были созданы силами выпускников технического университета. И эту традицию должны продолжить новые студенты. От имени руководства города, от души поздравляю вас с зачислением в этот замечательный вуз. Вуз, который во многом определяет лицо нашего города Бреста. В прошлом году мы отпраздновали тысячелетие нашего родного города. Появились новые объекты, появился западный обход, Коблинский путепровод, новый автовокзал. И я с этого микрофона заявляю, что прежде всего это сделано руками выпускников нашего технического университета. Гордитесь, что поступили в этот замечательный вуз, активно участвуйте в общественной и культурной жизни нашего города. Мы вместе, и лучше Бреста нету места. Дождем праздник не испортить. Обновление мыслей и свежесть идей вместе с падающими каплями откроют новые жизненные пути. А торжественный и волнительный момент останется в памяти на долгие годы. Студенческий билет стал для юношей и девушек своеобразным проводником в новую, неизведанную и такую интересную взрослую жизнь. Среди обладателей заветного документа и Маргарита Равнейко. Брещанка блестяще сдала централизованное тестирование. По двум предметам результат в 100 баллов. Теперь Маргарита – студентка Брестского государственного технического университета. Особенное спасибо огромное. Хочу сказать, конечно же, своей маме, которая помогла мне поступить. Это во многом ее заслуга. Мне кажется, что надо с надеждой на светлое будущее смотреть и уверенно шагать по этому пути, как-то стараться преодолевать трудности. Главное – с уверенностью. Теперь этим молодым людям только хочется сказать в добрый путь навстречу новым знаниям. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.